Спасибо за подписку, ребята. У меня все хорошо, ваши как дела? Мне что, наверное, телефон писал? А, оп. Тоже норм. Ребята, не молчите. Спасибо, спасибо, ребята. Всем привет, кто заходит? Всем привет. Кем работаешь? Я не работаю. Я домохозяйка. Да. Нет детей. Просто домохозяйки без работы. Бездельница, ну да. А что сказать, виноград на даче обрезал, кусок пальца отрезал. Тебе интересно? Ну, вполне. Бывала ли у тебя какая-нибудь паническая атака? Нет. У меня просто было такое, что когда я много выпью алкоголя, и на следующий день, когда я уже отхожу от этого пьяного состояния, что вот мне как-то страшно. Ну, просто вот как-то вот стрёмно на душе. Нет у меня мужа. Я тоже домохозяин. Александр, это очень круто. Привет, дорогая. Приветик, приветик. Мне это норм. Привет, ребята. Всем привет. У меня, кстати, такая же тема. Ну, это неприятно, на самом деле. Это как-то... Я стрессую. Сама живешь? В каком плане? Живу сама. У меня бывает такое, когда выпью много алкоголя, я жена дома не пускает, в машине сплю. Мне 21, вывод один, не пить. Я каждый раз делаю этот вывод, и каждый раз все равно что-то идет не так. А у меня вообще, кстати, на алкоголь аллергия. Прикиньте. Приветики, приветики, мне 21. Не с теми пьешь. Попробуй со мной. Не-не-не. Мне нельзя вообще. Либо алкоголь в маленьких количествах, чуть-чуть, и какой-то, ну, до 16 градусов, допустим, в маленьких количествах. Либо ничего. Потому что, когда я пью алкоголь крепкий, либо просто слабый алкоголь, но в больших количествах, мне очень-очень плохо. Это нормально, психологично, вот это пугает. Ну, не знаю, у меня такое, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не было такого в жизни. Нет, я не замужем. Ребята! Ребята, всем привет! Кто заходит? Ты откуда? Я с Беларуси. Я с Беларуси, ребята. Это понятно. Нет, Гродно. Город Гродно. Бобруйск. Просто я влюбилась. Почему у меня все время телефон отодвигается? Я его все сюда двигаю, он все у меня улетает куда-то. Ребята, всем привет, кто заходит. Давайте чуть-чуть общаться, а то я так тоже могу заскучать, у меня будет плохое настроение. Это же никому не нужно. Спасибо за подписку, Александр. Дашь номер WhatsApp? Не-не-не. Номера я не даю.
Привет, мы это видели, какая красота. Чем ты полезна людям, а чем ты полезен людям? Вот мне интересно. И каким людям вообще я должна быть полезна, скажи мне? Я для тебя Азербайджан. Покажите маникюр. Ну, у меня первомутровый такой гель. Блестит чуть-чуть. Классная фигура. Я представляю свою страну. А кому это нужно, скажи? Что ты представляешь свою страну? Мне, допустим, это вообще не нужно, не важно. Мне ты, видишь, никак не помогаешь, как человеку. Привет, приглашаю в Грузию. Спасибо. Если я приглашу... Ребята, нет, теперь ответим на вопрос. Я чем помогаю? Я не могу ответить на этот вопрос по причине, что мне нельзя это озвучивать. Спасибо, Александр, за подписку. Я отучилась, у меня есть образование. Буду работать на работе по своему образованию, соответственно, помогать людям. Как отношусь к Украине? Хорошо. Все. Нейтрально. Нормально. Больше никак ответить не могу. Почему мусульман Беларуси не любят? Не знаю. Я жила с мусульманами. Ну, не совсем. Вообще просто с народом Туркменистана, Азербайджана. Мне все равно было. Ты даже речь не можешь сладить. Сладить я могу речь. Я имею высшее образование. Высокий уровень IQ. Не, поверь мне, ты меня вживую лично не знаешь. Тебе, ну, ты не можешь ничего сказать обо мне. Какое? У меня высшее юридическое образование. Я юрист со знанием экономики. Моя специализация так звучит. А нахер мне тебя знать? Ну, ты же для чего-то зашел ко мне в прямой эфир, для чего-то начал мне писать. Соответственно, какой-то интерес к моей личности у тебя есть. Соответственно, знать ты меня хочешь сам. Спасибо, ребята. Планируешь ли ты переехать в центр после полудня? Не-а. Считай, мне нехер делать 5 минут. Ну, видишь. Значит, я тебя заинтересовала, что ты целых 5 минут уже смотришь в экран ТикТока. В экран своего телефона в ТикТок. Спасибо за подписочку. Не, я сегодня в центр не планировала. Мне надо немножко дальше отъехать вечером. Нет, мне не ты интересна. Ну как, я тебе не интересна, если ты уже больше 5 минут просто мне пишешь, смотришь на меня и ведешь со мной диалог. Значит, интересно. Мне нужен ответ, и я уйду. Какой тебе нужен ответ? Повтори свой вопрос, я тебе отвечу, и уйдешь. Хотя я, мне кажется, уже ответила на все свои вопросы. Чем ты полезна обществу? Я оказываю обществу юридические услуги. Я по образованию юрист. Моя работа в этой сфере. Я помогаю людям в суде, как адвокат. Просто по заключениям договоров. Вот этим я помогаю людям. А то, что ты что-то там обозреваешь страну, снимаешь там что-то на видео Минск, чем ты помогаешь людям? Никому это не интересно.
Человек захотел, приехал, увидел, все. Это не помощь людям, не помощь обществу. Какие-то вот эти твои ролики. Приветик, приветик. Меня покупают рекламу. Организации, сомневаюсь. Сомневаюсь, что у тебя такое большое количество подписчиков, что ты можешь какую-то предоставить ответную связь организации, чтобы предоставить им какую-то клиентскую базу. Они же для этого заказывают рекламу. Do you speak Ukrainian? Трошки. Не знаю. Зайди и проверь. Делать мне больше нечего. Мне это не интересно. Это тебе интересно я. Мне ты нет. Да я не обращаю внимания. Да, это схоже на адвоката або юриста. Но у меня такое образование. Я на это отучилась. Что означает good day? Хорошего дня. Hello, I'm from Belarus. Belarus. Как относишься к тому, что ты русский умеешь? Никак. Здравствуйте, привет тебе из Азербайджана, спасибо большое. Тогда уже have you good day. Привет, тебе выйдет личный адвокат, спасибо. Да, в этом заключается моя профессия. Ой, мне какие-то приглашения. Не хочу. Спасибо за подписочку. Спасибо, ребята. Давайте поговорим о чем-нибудь. Пишите мне ваши мысли. Будем обсуждать. То, видите, ушел уже, вон я посмотрела, ушел уже мужчина, который вел со мной какие-то прения, высказывал мне, что я никак не влияю на общество, ничем не помогаю людям. А он помогает, снимая видео. Какой красивый город Минск. Странные люди такие на самом деле. Типа, осуждая кого-то, делая себя классным. Это что, щит?